Всем привет! Меня зовут Роман. Если вы это смотрите, значит, в эфире новости. Напоминаю, что разговорный стрим на эту тему и не только уже завтра, в четверг, в 18:30 по расписанию, без каких-либо нюансиков, так скажем. А нюансики на самом деле есть. Биткоин и валюты, скажем так, к нему приравненные, то есть криптовалюты в целом, дорожают. Дорожает сам биткоин, дорожает эфир, дорожает, как он, Ripple. В принципе, для этого есть все причины. На рынок сейчас активно вливаются деньги. И, скажем так, в прошлых новостях я говорил, что аналитики в один хором утверждают, что время инвестировать. И, соответственно, ну, раз время инвестировать, значит, вливаются деньги на рынок. Соответственно, есть еще и положительные новости касательно того же Ripple, но он сейчас более или менее выигрывает суды с регулятором США, и, соответственно, не только это. Ripple еще и купил какую-то там компанию по переводу денег. Ну, короче, в Ripple теперь это все, наверное, и будет работать, как и в других криптовалютах. Но и опять же, твердое намерение PayPal и Visa сделать битки, ну и не только, платежным средством, соответственно, делают эту валюту гораздо более удобной, гораздо более легальной. Посмотрим, правда, как на самом деле будут происходить транзакции в этих валютах, потому что сейчас с некоторыми валютами есть такая проблема, что ты заказываешь транзакцию на вывод, ввод, перевод денег и ждешь сутками. Как этот вопрос будет решен, пока не очень понятно, но, по всей видимости, решен будет. Ну и, соответственно, все это дело завертится и заработает. Это уже не какие-то там единичные моменты, когда там, например, можно было топовую Audi купить за биткоины, там, или в некоторых авиакомпаниях билет на самолет, а как более широкое платежное средство, потому что его будет поддерживать даже тот пластик, который есть у нас с вами в Беларуси. Ну и, соответственно, на таком уровне криптовалюта становится совершенно на другой уровень, но, опять же, текущая ее стоимость это не сильно оправдывает, по крайней мере, пока. Но будем посмотреть, как рынок будет развиваться. А между тем, целых 300 видеокарт на основе графического чипа 1660 Super задержаны на границе в Китае. Почему так? И с каких это пор контрабанда видеокарт у нас стала как контрабанда наркоты, что прям вылавливают и задерживают? Ну или сигареты из Беларуси в Польшу, вот это вот все. В Китае электрические сети не во всех регионах способны выдержать энтузиазм майнеров там проживающих. И на официальном уровне майнинг там запрещен. Обязуют к распродажам либо перевозке ферм. И, соответственно, вот все вот эти вот транзиты карт с территории, где можно майнить, на территории, где майнить нельзя, где не выдерживают электросети, все это дело, скажем так, пытаются контролировать. Ну и, соответственно, в Китае даже прошла, ну, правда, не очень большая волна, но распродаж таких вот ферм. Ладно, как это будет выглядеть в Китае и не уедут ли они куда-нибудь в ближайшее заграничье на майнинг? Напоминаю, дешевая электроэнергия у нас не только в Китае, но и, соответственно, будем следить за рынком криптовалют. Но пока тенденций к сдуванию, к снижению и к лопанью пузыря особо нет. На фоне таких новостей рост криптовалют вполне нормальное явление и, соответственно, ну, как бы... В общем, видеокарту в ближайшее время никто из нас по нормальной цене купить не сможет. Между тем, Intel, как вы знаете, выпустил свои процессоры. Сейчас мы поговорим об этом подробнее, но забавный факт. Процессоры-то Intel выпустила, а вот драйвер к Iris Xe, который идет там на борту, нет. Ну и в ближайшие пару недель он не появится. Вот такой вот маленький нюансик. Очень неудобно получилось, да, процессор уже почти месяц как на рынке, но учитывая фальстарт продаж, так себе, конечно, все это дело выглядит. Ладно, касательно самих Intel, мы уже говорили о том, какими они получились, но мы не обсудили все модели 11-тысячного поколения Tiger Lake, вот прям не все.
Если у 11700K и 11900K, у 8-ядерников, на самом деле большие проблемы с конкуренцией с тем же 5800X, учитывая более дорогие материнские платы, потребность в более дорогом охлаждении, и вот это вот все, то прям мертвый продукт. Но не совсем. Если мы возьмем 11400F, либо 11600K, то выяснится, что эти процессоры вполне себе имеют право на жизнь. Там все не так плохо с энергопотреблением, то есть и с тепловыделением, соответственно, и все не так плохо с уровнем производительности. Потому что у компании AMD 5600 еще не появился на, скажем так, не OEM рынке для крупных производителей, а у нас с вами. И процессор там за 200 с небольшим, либо даже за 170 на нашем рынке долларов, я сейчас про 11400F, то как бы ситуация немножко другая. 11400F интереснее и своего старого шестиядерного брата 10400F, и имеет смысл выбрать именно новый процессор, переплатив за него примерно 20-25 долларов. И интереснее даже, чем Ryzen 5 3600. Конечно, пока дело не касается профессиональных задач. Там все как было, так и осталось. 3600, ну, как минимум паритетен, как максимум синий камень превосходит. Но вот в играх 11400F имеет право на жизнь. За маленьким исключением, что, конечно, к нему достаточно тяжело подобрать недорогую материнскую плату, потому что недорогих материнских плат на B460, ну или на B560 чипсете вы просто не найдете. Вот прям нормальных и недорогих. Ну и, соответственно, 3600, которая стоит ровно столько же, спойлер, может работать на плате за 70-80 долларов, которая будет оснащена гораздо лучше, чем плата Intel за те же деньги. То есть это будут два совершенно несопоставимых по качеству продукта. Но за производительность в играх можно немножко и переплатить. То есть, если вдруг вы смотрели на процессор Intel, то только в этих процессорах Tiger Lake имеет место существовать. Только 11400F и 11600K. Старшие процессоры только если вы свидетель синей секты и, соответственно, желаете себе именно синий процессор. Ну а если нет, выбирайте AMD Zen 3. Кстати, о процессорах AMD. Во-первых, в Steam они увеличили свою долю до 30%. Не на 30%, к сожалению, но до 30%. Это достаточно показательный факт. Например, с начала года увеличение доли процессоров, ну, среди статистики Steam вырос, ну, как бы на 4%, в общем, вырос. С 26% до примерно 30%. Огромный скачок. Но это означает, что почти все игровые компьютеры современные покупались на процессорах AMD с начала этого года. Ну, потому что, простите, статистика Steam — это статистика по всему, в принципе, в целом. Там самая популярная видеокарта до сих пор 1060 остается. Как-то так. Ну и, соответственно, для AMD это хороший знак. Но на фоне этого, а может быть и не на фоне этого, AMD планирует увеличить во втором квартале поставки процессоров на 20%. Наконец-то! Аллилуйя! Приедет больше процессоров. Хотя, ну, в принципе, с доступностью красных камней прям очень сильных проблем нет, но иногда приходится недельку-две подождать очередного завоза, и ценник вроде нормальный, но вот не все модели доступны вот прямо сейчас. То есть 5600, 5800X без проблем. 5900X, 5950X купить уже сложнее. Что ж, 20% неплохой результат. Если, конечно, эти 20% не придутся на новые Threadripper. Да, мы с вами уже знаем о том, что анонсированы новые эпики, ну и, соответственно, анонс Threadripper был не за горами, и вот он состоялся. 5000-й Threadripper совсем скоро, ну, по меркам этого сегмента, к октябрю месяцу, появится. Что из себя он будет представлять? Все то же самое, что и раньше, но чуть выше тактовые частоты и новая архитектура. Соответственно, прирост производительности многопоточной нагрузки оценивается примерно в 11%, в задачах, которые прям идеально параллелятся, а вот во всех остальных
задачах прирост может быть даже выше, на уровне 25-30, а местами и 60. Но это в очень отдельных задачах процентов прироста. Много, не спорю. Имеет ли смысл ждать новый Threadripper? Ну, если вам нужен такой компьютер, то безусловно, да. Ну и в целом, новый Threadripper прям вот народная любовь. Среди тех, конечно, кто может его себе позволить. Все-таки процессор не самый доступный, но безусловный лидер в сегменте рабочих станций. Кроме того, порадовали нас и новости о Zen 3 Plus. К концу года он все-таки выйдет и будет, скорее всего, это именно Zen 3 Plus. Ну, понятно, что новости не точно, AMD прям не колется, но вот можете быть уверены, что я сейчас вряд ли ошибаюсь. Почему? Правильно, потому что компания Gigabyte анонсировала S материнские платы. Ну, то есть X570S материнские платы на базе уже существующего чипсета. Чем они будут отличаться от текущих плат, не очень понятно. Может быть, это, скажем так, новая версия 570-го чипсета, который, напоминаю, на минуточку, до сих пор является топовым чипсетом для AM4-го сокета. Ну, то есть, как бы B550-е платы просто новее, на них более новые сети, более новый звук, более новое вот это вот все. Но при этом чипсет топовый все-таки 570-й. Ну и, соответственно, Gigabyte там потихоньку обновляла платы. Может быть, это повод обновить всю линейку сразу. Или подготовка к Zen 3 Plus. Какими они будут, никому не понятно. Будет ли там поддержка DDR5 или нет, увы, тоже неизвестно. Но известно, каким будет сам по себе Zen 3 Plus. А будет ли он носить новый нейминг, 6000-й, пока не ясно. Есть большая вероятность, что он будет носить нейминг 5000-х процессоров с индексом XT, как это было ранее. Но есть и отличие от прошлого раза. На этот раз это будет не, по сути, та же архитектура на том же техпроцессе, но с доработками, а будет та же архитектура с доработками, но на новом техпроцессе не 7, а 6 нанометров. Ну что ж, будем посмотреть, что из этого получится. И мы, конечно, все-таки ждем DDR5 память на, скажем так, Zen 3 Plus, то есть на этих материнских платах. То есть, возможно, это будут все-таки AM4 платы, но с DDR5, например. Или это будет такой недовариант AM5 сокета. Пока не очень понятно. То есть вот все, что известно, что Gigabyte прям планирует S-платы. Но что они из себя будут представлять, пока не очень ясно. В общем, слухи, слухи, слухи. Есть слухи и о Zen 4. Поскольку AMD патентует 1 апреля самые разные штуки, и касаются они не только процессора в данном случае, но сейчас мы говорим о Zen 4, высока вероятность, что все Zen 4 процессоры будут выходить, как и Intel, с интегрированной графикой. То есть, если Intel выпускала Tiger Lake, а выпустила Ryzen, то, похоже, AMD будет выпускать Zen 4, а выпустит Intel. Ну, в лучшие, конечно, его годы. С интегрированной графикой и с вот этим вот всем на каждом процессоре. Пока, как это будет, не очень ясно, но все идет именно к этому. Кстати, о других слухах, которые там про 1 апреля. AMD, кроме всего прочего, патентует сейчас гибкий кэш, так называемый, третьего уровня, или разделенный кэш третьего уровня. Я даже не знаю, как это правильно совсем вам перевести, ну, то есть, прям так, но вот разделяемый кэш. И знаете, чей это будет? Чиплетная архитектура в видеокартах, да, мы про это уже говорили, но нет, пока это было на уровне очень-очень скользких слухов, но нет. Похоже, что именно так оно все и будет, и вот там пару чиплетиков от 6800 в несколько рядов, и вуаля, новый топ готов. Ну, то есть, просто, вкусно, интересно. Будем посмотреть, что из этого получится из чиплетной архитектуры в видеокартах, но стоит понимать, что данной технологией, ну и в принципе таким методом подхода к производству видеокарты интересовалась не
только компания AMD, но и Intel, и Nvidia тоже в этом направлении вели или ведут разработки, но вот патенты мы пока увидели только от красной компании. Интересно? Безусловно. Но пока красные разрабатывают, скажем так, видеокарты будущего, а это действительно продукт будущего, уже в настоящем, совсем скоро, появятся ноутбуки на мобильных версиях красных чипов. 6800M засветилась в ноутбуке Asus, в биосе, точнее, ноутбука Asus, который сейчас, по идее, проходит тестирование. И там достаточно интересная связка. 5900H, напоминаю, это топ от компании AMD для ноутбуков, которому пока нет аналога от Intel, но Tiger Lake H вполне себе возможно конкуренцию ему составит, там все-таки будет 8-ядерная модель и прям будет интересно за этим наблюдать, но как бы агрегатировался он в паре не с картой Nvidia, а с AMD Radeon 6800 Mobile. Причем там целых 12 гигабайт видеопамяти на этой карте. Прям вот интересно, что из этого получится. Карта должна быть на уровне 6800 примерно обычной. Ну, вот, где-то в этом районе может быть на уровне 6700 XT. Там плюс-минус. И в ноутбуке такой уровень производительности прям мое почтение. Хотя, конечно, у нас уже есть и лэптоп версии 3000-х NVIDIA, которые интересны уже прямо сейчас. Не опаздывает ли красная компания с этими картами? Пока непонятно. Все будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут насытить мобильными чипами такого класса рынок. Пока речь идет о том, что, наверное, не смогут, ну, потому что и обычных карт AMD в продаже не сильно есть, даже с учетом того, что они не сильно пользуются спросом. Что ж, ладно, с видеокартами это не все новости. Две компании я уже вроде обсудил, даже про Intel поговорили. Кто же третий? Китайцы. Да, китайцы готовятся к выпуску видеокарты на базе 7-нанометровой архитектуры. Там на Олимпе кому-то нужно уже попой подвинуться, я вижу, на тех стульчиках, на которых они сидят, поскольку китайская компания планирует сесть прямо туда же. По крайней мере, планирует. Появится ли для нее место на 7-нанометровом конвейере, пока непонятно. И действительно ли они смогут запустить свои карты в производство в этом году, как обещают. Скорее всего, вряд ли. Ну, свободных производственных мощностей банально нет. И где они их возьмут, ну, я прям не знаю. Но планируют. И видик в целом достаточно интересный. Как это называется? Big Island? Это же Китай. We live for China на базе архитектуры. Ну, они ее так называют. Big Island. Компания Intel сейчас напряглась со своими озерами. И как бы... Остров. Большой остров. Нет, это графический чип называется. Big Island. Ну, а у Intel озера, я же говорю, Intel напряглась со своими озерами. Так вот, вот этот вот Big Island, который большой остров, действительно большой. Там как бы уровень производительности такой, знаете, довольно впечатляющий. Ну, по крайней мере, для видеокарты, для вычислений. Так и на ее основе планируются вроде как и игровые модели. Насколько Китай успеет, скажем так, вскочить на этот поезд и действительно ли появятся игровые видеокарты, непонятно. Но как решение для вычислений уже, в принципе, имеет право на жизнь, если они, конечно, смогут выпуститься в этом году по 7 нанометрам, поскольку, ну, по всей видимости, для них не сильно будет места на конвейере. Ладно. Интересно, конечно, наблюдать за рынком Китая. Он нам игровые карты обещает, и причем это не одна и та же компания. И все это в скором времени мы, наверное, увидим. Ну или, может быть, нет. Немало китайских стартапов в этом сегменте загнулось, но, что отрадно, не прекращают попытки, не прекращают инвестиции и не прекращают с огромным энтузиазмом эти все штуки делать. И вот первые результаты уже есть, и они прям интересны. Будем следить за рынком, будем держать вас в курсе. Если вдруг
появятся какие-то интересные новости, приходите. Завтра на стрим вместе обсудим. Ну, на этом все. Всем пока. До следующих новостей.